Художественная выставка преподавателей живописи и графики Видновской школы искусств организована впервые. Однако подобная традиция уже давно существует в старейших художественных школах нашей страны. Во всех школах искусств, МАХУ 905 года, или там высшие учебные заведения, как Суриковский институт, Репинская академия, Строгановская, делают выставки педагоги и ученики смотрят эти выставки. Теперь эта практика воплотилась в жизнь и в ДШИ. Работ пока всего 37, однако выполнены они в различных художественных жанрах и техниках. Здесь помимо акварели представлены и графика, и гравюра, а наряду с пейзажами – портреты и натюрморты. Все педагоги, весь педагогический коллектив, он интересен, они все разные педагоги. Я думаю, что и дети у них все вот такие же будут, разнообразные, разные художники. Однако наиболее распространенной темой в творчестве художников все же остаются виды родной природы и дорогих русскому сердцу мест. Это моя работа, да. Я работаю довольно давно, наверное, с момента окончания института, как живописец. Это натурная работа, это холст масла, она написана во Владимирской области, там совершенно красивые места, где проживал одно время Левитан, и вот он их воспевал. И мне посчастливилось побывать на пленэре, и там именно написана эта работа «Вековой дуб». Выставка работ преподавателей школы наглядно продемонстрировала уровень их мастерства и показала, чему у них могут научиться их ученики. Конечно, при должном старании и терпении. Илья Кремнев, Владимир Андреянов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.